Редко встречающийся в именах звук «у» воспринимается на слух свежо и оригинально. Владельцы этого имени обращают внимание на свое здоровье, на чистоту дома и обладают потребностью все делать добросовестно. Звук «о» не у всех вызывает положительные эмоции, многих настораживает. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Активизирует воображение. Казалось бы, для владельца этого имени есть все для успеха и достижения целей. Но внутреннего стержня или крепкой жизненной позиции как таковой нет. Когда амбиции постоянно спорят с реальными возможностями, то нередко человек пребывает во внутренней трагедии с самим собой. Звук «а» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Это имя мистическое, непредсказуемое. Люди с этим именем могут совершить поступок, который для нормальных людей может показаться полным идиотизмом. Но в своей душе они будут упорно уверены, что сделали правильно, и ничто их не сможет переубедить. Даже если они соглашаются с неправильностью действий, эти люди все равно останутся при своем мнении и будут жить с этим представлением до конца жизни. Буква «ф» в этом имени дает человеку брезгливость и недовольство. Звук «г» у владельца этого имени не создает сложности восприятия имени, поэтому этот человек склонен зазнаваться. Буква «у» в этом имени отвечает за гуманизм, хорошо развитое воображение и острую интуицию. Таким людям свойственно задать себе цель и добиваться ее. Дружелюбные, носители оригинальных идей, которые на первый взгляд могут показаться сумбурными, но часто они содержат ценное зерно истины. Звучание буквы «С» не вызывает раздражения. Для полноты реализации они должны понять свое предназначение, для чего нужно воспользоваться своей богатой интуицией, чтобы понять предуготованную им цель. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Крепкими орешками являются те, у кого есть в имени согласное «ф». Значение буквы «п» в имени определяет такие качества личности, как уверенность в собственных силах и склонность к философским размышлениям. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Это умы, стремящиеся к обобщениям, желающие постигнуть действительность в ее целостности. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Обладатель этого имени достаточно мягкий и покладистый, но не стоит забывать, что у этой личности есть своя четкая цель, ради которой он готов на все, и часто этими людьми легко манипулируют другие, более влиятельные люди. Если по каким-то причинам решение жизненной проблемы заходит в тупик, то такие люди становятся неуравновешенными, нервозными. Звук «г» в этом имени предопределяет стремление к знаниям, практичность, умение правильно оценивать ситуацию и быстро реагировать на происходящее. Но также звук «г» означает и обидчивость, ранимость и тонкую душевную организацию. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.